Вот в этом мире, да, вот кто что-то творит, кто-то прячет, кто-то зарывает, кто-то тайну держит и так далее, это будет удобно. Вы думаете, что? Я это все не вижу. Да я все вижу, все вижу. В этом мире все видно и все. И чем вы занимаетесь? А вот почему у меня деньги? Откуда появляется все? Откуда все это появляется? Откуда все это все? Почему у меня все мне удача идет? Да потому что я все вижу, потому что все знаю, и все где что-то летит, и все везде все знаю. И потому что вы никуда все не запрячете. Да хоть вы куда запрячете, да или вообще сами хоть куда запрячете. Все равно вас найдут, выкопают из-под земли, выковыривают, как червячка. Потому что вот птицы, они тоже выковыривают вот эти всякие козявы своими клювиками, все вычерпывают. Особенно вот этот дятел, он долбит. И раз выковыривает эту козявку, да, и так же вас всех в эти вот всяких гадов надо выковыривать. Вот дятел, он долбит. И вот так же я, как дятел, да. Вот всех вас знаю, где вы все существуете, всех знаю, чем вы творите все. И каждый следит друг за другом. Вот даже хоть куда ты металл запрячь, у тебя своруют. Ты это запрячь, у тебя своруют. Потому что у всех глаза, вся планета в глазах сделана, понимаете? Вот. А сейчас везде камеры, везде кругом, все. Ой. И снизу, сверху, ой, да везде, да. Вот сейчас вообще ужас, что творится, да. Да давайте побольше вот этих глаз толкать, да. Ура! Тогда я не знаю, что потом получится. Да. Такой мир непредсказуем, да.